Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! Во всем мире путешествуют автостопом, и Россия это не исключение. Посмотрим? Посмотрим! Даже не вздумай останавливаться. Да блин, может, ему помощь нужна? А мне помощь не нужна? Финансовая, жилищная, социальная. Психологическая. Да здоровая у меня дочь. Ой, Галина Ивановна, ну вы-то хоть можете заткнуться, а? Ну лежите там молча в багажнике, не надо подслушивать. Ты, наверное, и баб всяких на дороге подбираешь, да? Люба, да что ты собираешь-то, блин? А потом они тебе там делают всякое такое. Да никто ни разу мне не делал вот этого всякого такого, между прочим, ни разу. Люба, да ты что, там же ничего сложного. Да мама! Да блин, заткнитесь, пожалуйста. Да пойми ты, Люба, дорога это наша мужская вотчина, мы тут должны помогать друг другу. Мы бы сначала дорогам помогли, а потом бы друг другу. Ой, какая ты язва, Люба. Ты что делаешь? Да в прошлом году так дядю Виталю залетный пассажир убил! Ты же говорил, что он от паленой водки умер на рыбалке! Ну да, его пассажир не добил, потом он от паленки скончался! Есть! Да ты постоянно врешь мне, дура какая, а! Так если тебе нравится так всех возить, чего ж ты меня на работу-то не возишь, а? Да я бы тебя хоть на край света увез, но ты же домой обратно возвращаешься. Да вдруг он немытый какой-то, он нам всю машину испачкает. Да Люба, я наших детей вожу, они уже едой всю машину засрали. Ты им запретил есть в салоне. И чё? Он малой пожрал дома, через полчаса в машине вся он еда на сиденье. Уедь, едь быстро, да... я сказала едь, давай. Блин, как-то мне дороги все, а. Блин, Люба, ну как-то не по-людски это. Ну сейчас бы мы ему помогли, потом бы он нам помог. У него нет машины, у него даже денег на автобус нет. Чем этот оборванец может нам помочь? М? Да нельзя судить людей, не пообщавшись, Люба. Ты же мне сначала тоже очень сильно понравилась. Что? Он назвал тебя дурой. Да заткнитесь, Галина Ивановна! Да блин, Люба, ну я потом спать спокойно не смогу. В смысле потом? То есть сейчас у тебя душа спокойна? У тебя семья в достатке, да? Квартира большая, заработок достойный, дача двухэтажная, да? Что ты делаешь? Игорь, что ты делаешь? Остановись сейчас же, я сейчас сама уйду. Может, подберем, место же есть. Вдруг она не мытая какая-нибудь, всю машину мне испачкает. Подбери, дочь, паскудник! Понравилось видео, ставь Липецк. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм и Инстаграм Вали. Все ссылки в описании. Мужики, пишите в комментариях, какой попутчик вам попадался. Ну все, мужики, пока!